работы представлены более такого минималистичного характера, без каких-то вот деталей, подробностей, без каких-либо архитектурных моментов. Но в то же время они такого вот созерцательного характера. Бывает, когда мы оказываемся где-то, скажем, там, на берегу моря или там, на вершине какой-нибудь горы, и видим вроде бы немного, буквально вот небо, воду и землю, но в этот момент мы ощущаем, так сказать, мощь природы. Я вот живу в Евпатории, и достаточно было просто вот выйти на береговую линию, так сказать, на побережье, на пляж, просто остановился и писал, что вижу. Очень непривычно видеть крымские пейзажи в такой экспрессивной манере, с широкими мазками, но очень приятно видеть, как небо и море, они как будто бы сочетаются в цветовой гамме между собой и передают разные настроения, разные состояния природы. Это как будто бы чувствуешь мягкий бриз, щекотливое ощущение песка, который касается твоих ног, и переносишься поближе к морю, и это особенно чувствуется сейчас, когда лето пришло наконец-то. Яркие цвета, формы, очень вдохновляющая выставка. Без сомнения, все картины напоминают Крым. Даже вот визитная карточка Евпатории, вот данная картина, то несмотря на то, что она прорисована в темных тонах, тем не менее она такая яркая, позитивная, живая картина. Я решила сюда прийти, потому что меня привлек стиль художника. Я сама рисую. Ближе я сейчас прошла, посмотрела все работы, и мне очень нравятся люди, которых изображает художник, и мелкие детали. Думаю, в будущем я буду что-то похожее делать, потому что действительно очень красиво выглядит, и на ближайшее время я вдохновилась. Эта выставка, она очень передает цвета, очень передает красивые наши просторы крымские. Хочется поскорее побывать вот в этих красивых местах и набраться каких-то свежих эмоций, впечатлений, набраться какого-то вдохновения, глядя на это вживую.